Сломались, пацаны. Сломались. Закончился. Можно оттащить на Россию. А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? Нет. На Киев, блядь, хуярите. Да. А что нам по новостям говорят? Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши плен сдаются хорошо. Потому что тоже пацаны не знают, куда едут и ехать, блядь. И я вот всю колонну пообспрашивал таких, как вы. Никто не в курсе вообще, кто куда едет.